Лидл. Наконец-то мы дошли до Лидла. Ой. Да, сколько дела? Стоп. А видишь, там это я уже снимала. Фу, какая жилища. Юлька, о, яблоки твои. Но мы столько яблок не будем брать. Куда пойдем первым? Давай овощи пробежимся. Овощи. Кали. Я не знаю, что это. Огурец какой-то, может быть. Сколько это стоит? €99. Морковка. Вот, кстати, чаи. Чаи, кофе. Да, один огурец. Да? Смотри, кофе. Да, ну, кофе можем забыть, реально. Вот оно. А, вот, вот. Это все кофе? Вот, да, у них. А смотри, лаваза. Может, лаваза возьмем? Ну, давай. Сколько оно? €79? Да. Да, а то забудем. Или что? Ну давай, да. Ну, есть оставим вот следующему, да. Эспрессо 2,90. Ора. А это что-то маленькое. А, это, по-моему, ну, не. Еще не надо. А вот Нескафе, кстати. Чаек? А вот тут немного. Голд? Популярный чай совсем. Ну, Юля же тоже кофе пьет, да? Туда не надо? Нет, я думаю. Камин. Даже давай помидорки. Где тут мешок? Вот они. Ой, а давай вот эти, смотри, какие интересные помидоры. Вот я эти хотел взять. Маленький. Мешочек. Да, нам больше не надо. Прикольно. Уже, может быть, покраснее какие-то. Ну, смотри. Помягче. Сколько они стоят? 2,79 килограмм. Вот эти 2,79. Да. Ой, лук какой. Нам надо это? Не, лук нам не нужен. Яйца стратегически важны. Яйца. Это. О, этот, как он? Это сколько он стоит? Это а, гингер. 3,75. Венгер, лук. Картошку мы вряд ли ж будем. 3 евро? 2 килограмма, да. 2 килограмма, 3 евро. А вот, кстати, круассаны. Что это за то? Ну, не знаю. А что-то взять? А сколько стоит? А ты будешь круассаны? О, картошечка. €49. Да. Подожди. Ну, а мы будем, может, круассаны, не? Или да. Какие-то булочки не будем? Эти какие-то они. Круассаны. Бананы. Ты хочешь их бананы? Не хочешь банан? Может, возьмем бананы €39? На. Вот этот вот. На. О, салаты мои любимые. 99 центов. Но это, правда, тут все вместе. Ну, стоит все.
Кстати, конечно, может какую-то другую выпечку взять. Да, какую-то, не круассаны, да. А, кстати, моей вот нету. Здесь вот микс салат 29. Микс, ну я. Так. Яйца вон тут валяются. Сколько лосось? 2,29. А? Лосось? Нет, вот в нижнем. Сколько? Блин, я же снимаю, ты мне всю спину свою только подставляешь. 3,59. Вот это? Да. Всего? Да. Может, возьмем? Нет, это может быть то, это... Ну, давай возьмем. Нет, а сколько это, стоит? Это не то. Тут не разобраться. Ну, может быть, на ней написано? Ну, давай. Сколько у нас это? Есть цена? 260 грамм, она без... А то 280 грамм. Да, это, наверное, черт возьми. Ну, а та или вот это? Сколько стоит? Не хочется уж покупать, вообще не да. знаю. А вот та? Сколько? 250. Да, и где ее цена? А вот 4,99. Да? Да? Это значит, сколько стоит кило? 250 грамм, 20 евро кило. Ого! Не надо, надо дешевле. Да, ты да. А эти, как тебе нравится? Это сурими, да. Мы идем. 4,99. А что вот это? А сурими. Сурими. Нет, это... Тихо. Ну, а эти хамон или что-то? 2,29. Какой шумный магазин. О, а твой этот хам 3,49. А что вот это? Тонкая мясо. Хам слайсы 2,35. А что это? Какая-то херня совсем. Нет, может быть неплохое. Тонко нарезанное мясо. Это 125 грамм. Попробуй. Давай, а там спасибо. А вон соки. Эй, она. А это что, Андрей? Оранж, джуз, блю, оранж, блад. Что это? Слушай, кошмар, я не понимаю, что это? А, вот, что вот. Это такое, вот это? Молоко, что ли? Что ну, это? Нет, это для латте специально итальянцы любят. Это не совсем молоко. Вот молоко. Не, ну молоко мне не нужно, йогурты хочу, что-нибудь такое. Вот соки стоят. Юля, какой ты сок? Вот и что. Это чиз. Зачем маленький? Сможешь... Давай здесь желтый возьмем кому-нибудь. Давай возьмем желтый. А что вот это такое за 2,39? Что это? Это типа на... Blood orange. Что? Это такой типа вот этот вот, красный апельсинный сок. Да? Да, 100%. Это натуральный сок. Сколько стоит? 2,39 красный апельсин. Берем? Ну берем, а ты желтый взял. Я оставлю на место. А вон смузи. А, ну это какие-то веганские напитки. Да. А вон йогурт. Ой, ну, с маракуйя. Да, попробуем. Один? Ну давай два а раза. Что это? А это что за йогурт? Давай два. Два. Но это не у нас не одинаковые. Синий возьми. Вот это давай. Не знаю, что это, но попробуем. Евро 39. Ой. Пошлите. А где колбасу какую-то взял? Вот эту. Да, я взял. Вот такую взял, не? Нет, такую я не брал. Я брал нарезку. Ну, давай эту возьму. Ну, да. Сколько стоит, не помню. Мортаделла. Не подожди, кто это, да. Она, может, тоже, да, она нарезанная. Внутри? Наверное, нет, это... Вон маленькая. Ну маленькую мортаделлу зачем нам? А это что?
А, ну это такие, ладно. В общем, тут как бы много всего есть. О, наши все нарезаны. А смотри, а цены-то не шибко-то дешевле, чем эти. Смотри, какая колбасенция. Возьми, я попробую. Ну, а что, на хорошем? А, мартаделла у нас есть уже. Да. Сосиски, пожалуйста. Немецкие. Немецкие? Да. Нам надо какое-то что-то мясное купить. Мы хотели, может... 45 центов, 4 сосиски. Да? Да, это 9 центов, 250 грамм. А большую, может, большую нет? Давай. Он, наверное, говно будет. Попробуем. О! 18.99. Ну, цена, да, 23.90. Вот, кстати. Давай, возьмем, да. А сколько она 2,49. Стоит? 2,49. О, видишь? Ну, смотри, видишь, такая. Да. 2,40. Вот это было вкусно. Да, вам сосиски, наверное, не нужны. Наверное. Тогда надо, кстати, хлеба еще подкупить. Сейчас, я буду хлеба. А вот это что такое? Это какое-то с сыром. С сыром это что-то. Тортилья. Ой. Тортилья. А ты не хочешь ведь попробовать такие вот штучки всякие? Ну, да, вот это рикотта.